Турнир памяти Николаю Тимофееву, димитровградскому спортсмену, погибшему в Чечне, проходит в шестой раз. В этот день наши биатлонисты порадовали болельщиков еще одной крупной победой. Впервые в истории Ульяновской области команда взяла золото на Всероссийской спартакиаде школьников. Какие были первые ощущения после того, как вы все-таки узнали то, что вы победили? Я не поверил. Сначала такие смутные ощущения, потом приступ радости большой очень. Да. То есть мы прыгали, бегали, вообще не знаю, куда деться. В турнире памяти среди мужчин победил заслуженный мастер спорта Алексей Катренко. Среди юношей и юниоров на пьедестале почета все те же фамилии – Костюков, Куликов, Долгов. Спортсменов наградили памятными медалями и кубками. Организаторов порадовала погода и подготовленность трассы. Тепло, вот, и трасса подготовлена очень хорошо. Наша трасса самая лучшая в Ульяновской области. Жесткая, ну, примерно как на первенстве России. Владимир Карташов, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.